Дантик, привет. Привет, как дела? Да, на полигоне мерзнем, короче, тренируемся, а стрелковые ячейки окапываемся, блядь. В минус 15, блядь. Ну, нормально, у нас так же. Ну, мы сейчас, это, школу, короче, у нас организовали, школу сержантов. Да. Нет, понял. Когда поедешь, ничего не говорят. Сейчас с нами же курсанты с этого, с МОСВОКу. Ну, московская высшая команда. Потом они уебывают. И мы, короче, сержанты остаемся, обученные нахуй. Ну вот, и готовим, короче, две группы. Ну, бойцов. Вот. И со второй группой только мы уезжаем нахуй. Короче, хуй вы знаете, когда нахуй. Выдернули водителей и инженерно-саперные. Ну, у нас тут есть много человек, это механики-водители именно танков. Танков, БМП, вот, БТРов, их выдергивают. Так что так, вот у вас что там? Да нихуя, все так же, как и было. Опа, поводу ничего не говорят. Нам вообще нихуя не говорят, Дим. Потому что у нас 60%, блядь, аватары ходят, нахуй. На полигоне теряют автоматы, нахуй, и каски, блядь, и магазины, нахуй. Ну, скажи то, что 4 магазина и все, да? Да, 4 магазина, 3 гранаты, противогаз, лопатка. Нахуй, противогаз вообще не нужен. Дим, это еще хуйня, противогаз, еще и ОЗК таскаем. Да нахуй нужен сейчас минус 15 ОЗК, блядь. Мы вчера, блядь, противогазы, минус 12 было, мы пытались, блядь, нас на улице хотели, блядь, заставить одеть противогазы, блядь. Майор как опи***лился от нас, блядь. Ну а так у нас в основном занятие это вот тактика, тактическая стрельба, расположение стрелкового отделения, блядь, занятие позиций, работа КПП. Это то, чем мы, сержанты, должны, блядь, были с самого начала заниматься. Минометная рота ушла на Красный Лиман от нас. 75 или 76 миллиметровые ушли.